I was wondering Ты if you не would like хочешь to have заняться sex? сексом? Тобой? You. Mm-hmm. Здесь? Here. Сейчас? Now. Mm-hmm. О, да. Oh, yeah. Хорошо. Что за музыка? Корабль любви? Теперь расслабься. Мы начнем через несколько секунд. Начнем что? Ну, начнем заниматься сексом, конечно. Ты порвал контакт. Какой контакт? Я до тебя еще не дотронулся. Но ты же вроде хотел заниматься любовью. Вы это так называете? Ну, ты знаешь, конечно, альфа-волны, которыми мы обмениваемся... Слушай, подожди секундочку, какие альфа-волны? Давай по-старомодному. Но это же отвратительно, то есть ты... Ну что, это? Ну да, но трахнуться, но перепихнуться, но дикая мамба. Да ты что, как ты смеешь? Обмениваться жидкостями тела. Ты знаешь, к чему это приводит? Да, конечно, хаос, революция. Ты это понимаешь? Именно так и пало общество. После СПИДа был РНС, после РНС было ЮБИ-2. А после ЮБИ-2, господи, доктор Кокто, первое, что он сделал, он запретил раз и навсегда обмен жидкостями тела. Ну, даже контакт губами и языком запрещен. Что, целоваться запрещено? Господи ты боже. Слушай, а как же дети? Размножение? Да. В лабораториях. Там жидкости очищены, проверены, и только дипломированные врачи имеют право пересаживать их только так. Что ты делаешь? Нарушаю закон. Ты дикарь, Джон Спартан. Я прошу, чтобы ты немедленно покинул мое жилище. Детектив Спартан, я прошу прощения за вчерашнее. Вот я связал это для тебя. Да. Спасибо. Спасибо за прекрасный подарок.